Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на пожары ЧС столицы спасатели совершили более 1900 выездов. За это время на пожарах погибли 5 граждан, 27 человек, из которых один ребенок, пострадали. А вот 609 человек в ходе боевой работы были спасены и эвакуированы работниками МЧС из опасных зон. Далее о наиболее значимых ЧП минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник днем на улице Шаранговича в огне оказался 31-летний Audi. В машине прямо во время движения загорелся мотор. Оперативно прибывшие спасатели потушили горящий автомобиль. Огонь в салон не проник. 33-летний хозяин легковушки не пострадал. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. МЧС призывает автовладельцев своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать свое авто. Поводом для приезда спасателей поздно вечером в понедельник в один из домов на столичной улице Якуба Колоса стало короткое замыкание в электрощите на лестничной площадке. Именно оно, как предполагается, дало искру, из-за чего довольно быстро весь подъезд пятиэтажки окутал запах гари. На очень неприятные ароматы пожаловали жильцы квартир в службу спасения. Во вторник летучая мышь заставила хозяйку квартиры на проспекте газеты «Правда» вызвать работников МЧС. Вечером мама с детьми, открыв на проветривание окно, ушли гулять на улицу. А вернувшись, обнаружили, что у них в квартире кто-то есть. Женщина не на шутку испугалась, так как в квартире проживают трое малолетних детей, младшему из которых нет еще и года. Закрыв дверь в комнату, женщина позвонила в службу спасения. Оперативно прибывшие спасатели нашли и изловили млекопитающее, после чего выпустили его. Минск чрезвычайный. У одного застряла нога, у другого голова. Дважды спасатели столицы на минувшей неделе освобождали детей из недетского плена. Во вторник в Лошадском парке на игровой площадке между металлическими перекладинами так называемого мостика оказалась зажата нога 9-летнего мальчишки. А в четверг в одной из минских квартир на проспекте газеты «Правда» заложником детского стульчика стал 2-летний малыш. Снять пластмассовое сиденье удалось только работникам МЧС. Ни школьник, ни маленький пленник не пострадали. МЧС призывает родителей: не жалейте своего времени и как можно чаще говорите с детьми на тему безопасности. Рассказывайте им об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи. В субботу около полудня в результате неосторожного обращения с огнем при курении загорелся мусор в пластиковом ведре в кухне квартиры на улице Искалиева. Стоит отметить, что для хозяина апартамента, в который, к слову, ведет асоциальный образ жизни, все сложилось в этот день хорошо. Дым из окна квартиры на 5-м этаже вовремя заметили прохожие и позвонили по номеру 101. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали не успевшее разгуляться загорание и разбудили спавшего в соседней комнате нетрезвого 51-летнего мужчину. В результате нерадивому хозяину придется купить новое мусорное ведро, плиту и заменить напольное покрытие в кухне. И самое главное – задуматься. Кто знает, даст ли судьба ему шанс в следующий раз. Ведь, как показывает статистика, причиной большинства пожаров в жилом секторе и гибели на них является курение в нетрезвом состоянии. Минск чрезвычайный. В воскресенье огонь вспыхнул на территории домостроительного комбината. Тревожный звонок в дежурную службу МЧС поступил с улицы Пономаренко около 10 часов вечера. В считанные минуты спасатели были на месте ЧП. С огнем боролись почти 20 машин и 70 человек. Они предотвратили распространение огня на склад пенополистирола и дорогостоящее производственное оборудование. Однако часть строительного материала все-таки была уничтожена огнем. В результате пожара поврежден пенополистирол на площади около 600 квадратов, кровля на площади 250 квадратных метров и рядом припаркованный грузовой автомобиль. Еще один припаркованный рядом автомобиль МАН спасатели отбуксировали в безопасное место. Что стало причиной пожара, выясняют эксперты. Среди рассматриваемых версий – поджог и короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники охраны предприятия, которые дежурили в выходной день, вовремя выбежали из горящего помещения.
В конце хотелось бы напомнить, с целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра, в эти дни в республике проходит профилактическая акция в центре внимания «Дети». Она приурочена к началу учебного года. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.